solar eclipse in Aries and lunar eclipse in Scorpio. Selenium transit in Aries, these astrological events until May 5th. Artificial intelligence offered us versions on the city of Pompeii in Italy before the volcanic eruption of Vesuvius. Enjoy the creation of artificial intelligence and forecasts on runes and tarot cards will be a little later. Forecasts will be about the markets of countries. Предстоящее событие до 5 мая у нас будет Луна белая, Селена, Вовне транзит с 16 числа, а также коридор затмений с 20 по 5 мая. Будет солнечное затмение 20, 5 мая будет лунное затмение. Действие затмения начинается уже сейчас. Селена – это ангел-хранитель, волшебная палочка. Поэтому чуть попозже мы рассмотрим рынки, страны, возможно. Возможно, даже какие-то гороскопы. Возможно. Всех благ, наслаждайтесь моим творением.